Парі-матч та Львів. Заряджені перемагати. Тож, Олеже Анатолійовичу, завершився такий от насичний матч. Так, остання гра першого кола, перемога над бронзовою «Зорею». Ваші перші враження після того матчу? Дуже благодарен ребятам, що дійсно зіграли дисципліновано, зіграли як єдина команда. І, учитывая тот факт, що нам потрібні очки, ми навіть не смотрели, хто там бронзовий призер, чи це була команда аутсайдер, нам потрібні очки, нам набор очков на першому місці зараз. И в раздевалке до игры еще я говорил, что играть в футбол и выигрывать – это две разные вещи. Поэтому сегодня команда была нацелена на победу, и очень рады, что это удалось. В другому таймі «Зоря» продовжувала нарощувати такі оберти, так, під завершення матчу, ну, справжня облога воріт була. Як хлопці взагалі витримали таку навалу? Завдяки чому, на вашу думку, це вдалося зробити? За счет командної гри, прежде всего. Потому что, если так отдать должное, мы готовились к матчу в «Заре», эта неделя вся была, скажем так, посвящена моделированию игры против «Зари» с выходом под контратаку, то, что у нас получилось, особенно в первом тайме. Но я думаю, что если бы мы забили хотя бы половину своих моментов, то счет был немножко другой. Сегодня у складі команди дебютував молодий Роман Михайлів. Також у заявці був Сергій Давидов. Наскільки ви у потенційно майбутньому, найближчому розраховуєте на цих виконавців? Чи зуміють вони підсилити групу? Ми дійсно рахуємо на цих воспитанників, тому що будь-яка команда завжди сильна своїми воспитанниками. Якщо ми беремо по Роману Михайлову, то, на мій взгляд, він вже потенціально сильніший Альвар. На даний момент єдине, що преимущество може бути у Альвара, це опит. Но опыт – дело наживное. И во всех командах всегда приоритет отдается молодым воспитанникам своего клуба. Я очень рад, что ему удалось дебютировать в этой игре, потому что предыдущий матч, который он сыграл, вспоминаем, товарищеская встреча была, в первом тайме он вообще был лучшим на футбольном поле. Поэтому заслужил своей игрой, заслужил своим отношением. И в течение недели, то, как он выглядел на футбольном поле, на тренировочном поле, это ему как воздаяние. То же самое касается и Сергея Давыдова. До речі, стосовно Альвару, кілька слів про нього. Сьогодні його не було у заявці, доволі несподіване таке рішення. Чому саме так сталося? В будь-якій команді, ні один футболіст не може бути вище команди. Я сказав футболістам вчора, сказав, що якщо футболіст протипоставляється команді, значить йому не місце в цій команді. На мій погляд, краще робити акцент на місцевих воспитанників, які будуть сражатися за емблему клубу, які будуть віддаватися ігрі, як це покаже будущее, то есть будущее тільки покаже. Дякуємо дуже, ще раз з перемогою вітаємо вас. Спасибо. Дякую. Можна, да? Тож, Віктор Анатолійович, завершився поєдинок 15-го туру Вібет-ліги. Поступилася ваша команда футбольному клубу «Львів» на виїзді. Ваші перші слова, перші емоції по завершенню цього протистояння? Ну, емоції тут положительних трудно говорити. Но я стараюсь негативные эмоции переспать с ними, да, у нас будет завтра тренировка, собрание, поговорим о прошедшей игре. А так, ну что можно сказать, когда команда играет от обороны и ты им даешь фору, грубо говоря, в два мяча, конечно, очень сложно переломить ход встречи. Мы плохо вошли в игру, те замены, которые сделали в перерыве, может быть, как-то нас чуть-чуть это вдохновила, и игра более такая быстрее пошла с нашей стороны, но не было таких явных моментов, где можно было и сыграть ничью, или вырвать победу. Подачи, борьба, подбор – это все то, что мне не очень нравится, а тем более, мне кажется, так же само зрителям, но сопернику эти три очка оказались сегодня нужнее, чем нам. Да? Наши козыри сегодня не сыграли, а там, где мы слабенькие, там сегодня и можно так сказать, продавили нас, можно так сказать. Так что поздравим Львов с победой. Ну а нам, как и до этой игры, есть над чем работать. Вот что будем делать. У минулому сезоні зі Львовом взагалі, по суті, питань жодних не виникало. Там були дві перемоги в суху, правильно, 5-0, потім 4-0. Що змінилося цього разу? Можливо, Львів додав, чи все-таки ви трішки десь не дограли? Ну, і Львів додав, і ми не дограли. Это все такое. Год на год не приходится, играем на игру не приходится. Нам трудно с любым соперником. Так что
Сегодня так сложилось, чему мы, конечно, очень расстроены. И в следующий раз, мне кажется, будет более другая реакция у игроков, чем сегодня. Наступний матч у вас так виїзд до Роми. Наскільки цей матч, ця поразка може стати такою болючою для команди напередодні того виїзду? Чи взагалі вплине це якось, чи можливо це зовсім різні турніри? Якщо ви за нами наблюдаєте, і взагалі футбол наблюдаєте, ми так само 6-1 програли Шахтеру, поїхали в Болгарію, обіграли, і з тої ігри ми виграли 6 подряд. Да? Так що, ще раз говорю, ігра на його не приходиться. Каждая игра – это новый вызов, новые соперники, подготовка идет к сопернику. Так что я не думаю, что это скажется. И в то же время, даже если мы сегодня выиграли, не было такого шапкозакидательского настроения. Потому что, еще раз говорю, каждая игра – это другая история уже. Добре, дякуємо. Спасибо. Дякую.